Всем добрый день. Вот я подошел к Гридичи. Вот, можно тут листвы нет, посмотреть, какие тут шипы на ней. Короче, такой шип пробивает сразу по лесу. Вот. Ну тут почки еще меньше. Вот я обломил, вот, чтобы ветер не мотылял. Пока вообще тут не разобрать, есть тут зависть или нет. Хотя вот вроде цветок, вроде как зависть есть. Ну, в общем, сложно сказать. Обычно в это время уже тут листик наклевывается, но сейчас, как видите, ничего. А, нет, вот хотя вот видно, вот. Вот он, вот я покажу его на камеру прям. Вот он, цветочек. Почка открывается, и вот цветочек открывается. Наклевывается. Так что с завязью на Гридичи тоже все в порядке. Теперь будем ждать, чтобы пчела подросла в объеме и совпала по погоде с цветением. До новых встреч!